Добрый день, дорогие друзья, зрители моего канала и подписчики, с вами Икроша. Это прохождение World of Goo, друзья, мир Гу, замечательную игру, которую мы снова будем сегодня проходить. Осень у нас уровень, да. И сразу же напомню, друзья, кто хочет поддержать мой канал и кому понравилось мое видео, подпишитесь на него. Это можно будет сделать на главной странице канала, просто жмите на красную кнопочку и все. Либо на самом видео, вот здесь вот и вот здесь вот, везде, да, ну ладно. У нас осень, мы прошли уровень аж в той серии, аж два раза его прошли. 21 собрано. Прекрасно. Улетайте, малыши. Давайте посмотрим, что же это за уровень. Система наведения. Опять вот эти вот создания. Угу. Ну, примерно я уже представил, что нам надо делать. Ага, понял. Так, ну-ка, давайте почитаем. Из разных источников поступают сообщения о гигантском вращающемся колесе, летающем по небу. Так, все сошли с ума, кроме меня. Ну, конечно, автор. Да, интересно его почитать, прикольно пишут. Где-то на острове есть источник энергии, ну, стопудово. Он снабжает электричеством весь мир. Но в последнее время его эффективность неудовлетворительна. Ну что же, кажется, дождь собирается. Автор, да. Так, ну ладно. То бишь, имея вот такую конструкцию и вот эти замечательных три шарика, мы можем поднять вот эту конструкцию в небо, перенести, нам надо его вот сюда, собрать вот эти все шарики, потом аккуратно опустить ее до определенного уровня, и чтобы все шарики достигли предела. Я хочу поступить не как обычно, то есть не спускать веревочку вот здесь, чтобы ребята все спускались, а попытаться аккуратно ее прямо сюда завести. Ну, посмотрим, как у меня это получится. Так, быстренько вот такими движениями мы перекатываем ее. Главное делать это планомерно. Не надо. Так. Нет, 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 нет. Так, отлично. А где мы? Нет, мы еще не дошли. Так, отлично. Так. В принципе, почти дошли. Надо еще пару раз мотнуть, наверное. И все, можем уже опускаться. В принципе, она опускается, смотрите, очень неплохо. Так, парни. Все на борт. Ага, нам дали еще два шарика. Так, ну он нам не нужен, этот шарик. Мы и с тремя хорошо справимся. Так, давайте попробуем. По моему плану сделать. Пускай она чуть опустится. Отлично. Так. Так, ну вроде бы неплохо получилось. Да, не все получилось нормально, но 8. 8 шариков. Это неплохо. Так. Да, это очень неплохо. Если, друзья, вы прошли получше, но напишите, я почитаю, мне интересно. Я обычно всегда эту веревочку такую вот из прозрачных шариков опускал. И все ребята просто спускались. Там точно 4, что ли, получается. Ровно 4 вроде бы. Или 5. Но мы, считай, собрали шариков 8. Сделали в 2 раза больше. Так, ну ладно, посмотрим.
Если что, пишите, я почитаю, мне будет очень интересно, как это вы сделали. Так, штормовое предупреждение, вот это опасный уровень, конечно. Но мы пока его не будем, зайдем вот сюда, вот посмотрим. Корпорация Миргу в ожидании презентации нового изделия. Так. Да, видите, как просто дофига у нас теперь тут шариков. Можем даже что-нибудь построить. Какую-нибудь интересную конструкцию. Так. Все дело всегда в основании. Любого здания это основание. Как я понял. Так. Чем основание будет лучше, тем и остальное у нас будет круче. Так что будем делать очень большое основание. Так. Так, отлично, чувак. Так, прекрасно. Давайте вот здесь вот тоже сделаем. Еще побольше. Так, отлично. Теперь попробуем вот, вот так вот их поднапихать. Посмотрим, что у нас выйдет. В принципе, должны тут уже подальше мы уже можем это сделать. Так. Чуть, конечно, неправильно, ну ладно. Вот эти, видите, у нас серединка получается очень маленькая. Ну что же. Да. Теперь можно объединить их. Надеюсь, у нас хватит. Что-то какая-то она больно длинная получилась, конечно же. Да, но в конце этого прохождения вы увидите, на что мы сможем, какую мы сможем построить. Ребята там вроде строят сам-то гигантские башни. Так, опять таким же способом будем строить. Через одну. То есть у нас получится такая пирамида. Так, отлично. Главное, главное их побольше сделать. Так, где вы, ребята? Не прячьтесь, не отлынивайте от работы. Так. В принципе, почти уже мы построили. Опа-на, я что тут убрал, что ли, случайно? Надо закрепить это место, значит. Так, давайте попробуем. Я хочу посмотреть просто, насколько мы сможем ее увеличить. Так. Давай. Отлично. Да. Огромная прям платформа у нас получается пока, друзья. Так. Интересно, конечно, как у других ребят. Если вы напишите, сколько вы ставили метров. Только, ну, друзья, честно. Тут врать не надо, тут никто вас не осудит, конечно, но все равно. Так, отлично. Вот здесь вот у нас она как-то на сужение уже пошла. Так что вот здесь вот надо будет так вот выставить ее. Отлично, наконец-то мы теперь сможем вот эти вот уже ставить. Нормально, практически. Так. Отлично. Так.
О, да тут надо было, можно вот так вот ставить. Так, ну-ка, посмотрим. Чувак, ты давай не отлынивай от работы. Да, пока надо за ним бегать, нам потом дадут дудочку, которую мы будем, конечно же, воспользуемся. Так, отлично. Сейчас, наверное, еще раз вот так вот сделаем. И с той стороны тоже она опять у нас пошла на сужение. А нам этого как бы не надо. Да, почти она не... Почти она как-то растет очень медленно. Смотрите, столько мы потратили и до чего мы только дошли. Зато она у нас просто сверхустойчива. Так. Да, в принципе, все. Мы все сделали. Вот такая у нас 7,4 метра. За столько времени можно было побольше ее сделать. Ну ладно. Это уже будет в следующей серии. Мы будем проходить вот это вот штормовое предупреждение, друзья. Да, а это с вами был Крош. Поддержите мой канал, подписывайтесь на него, ставьте пальцы вверх. Увидимся уже в следующей серии. До новых встреч. Пока-пока.